Когда трудовые будни уже позади, можно подвести итог, тем более, что повод для этого есть. В Иркутске прошло торжественное собрание, посвященное Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Лучшие в своем деле получили почетные награды. 5 человек были удостоены звания «Заслуженный работник сельского хозяйства Иркутской области». Как отметил губернатор региона Сергей Левченко, по сравнению с предыдущим годом объем сельхозпродукции вырос более чем на 10%. Собрано свыше 765 тысяч тонн зерна, 160 тысяч тонн овощей. Достойным можно назвать урожай картофеля около 620 тысяч тонн. Этого достаточно, чтобы полностью обеспечить население региона. Высоких результатов удалось добиться благодаря государственной поддержки и здоровой конкуренции среди тех, кто работает на земле. Ежегодно из бюджета всех уровней выделяются средства на поддержку сельскохозяйственного производства в размере не менее 2 миллиардов рублей. Целенаправленная господдержка, реализация инвестпроектов позволяют отрасли наращивать потенциал и подниматься на новый уровень развития. Успехов, дорогие селяне, в вашем нелегком труде, удачи во всех делах и всегда только хорошей, благоприятной погоды.